Красочные художественные композиции, все написаны в самых различных техниках. Батик, краски, масло, объемные композиции из керамики и даже картины из натуральной кожи. Сегодня свои работы представили лучшие юные творцы, воспитанники художественных школ Владивостока в рамках специальной выставки конкурса. Она фактически ежегодно проходит при поддержке Управления культуры города Владивостока. Вот, это называется она «Зимний вернисаж», посвящена Новому году, Рождеству, в общем, вот этим праздникам. Для зимнего вернисажа юные дарования подготовили в общей сложности около 200 работ. Однако в финальную инсталляцию вошли 75 самых достойных и качественных творений. Перед открытием вернисажа наиболее отличившихся художников и художниц наградили грамотами и призами. Кое-кто из победителей с готовностью пожинал лавры успеха. Я, честно говоря, довольна собой, ну, потому что я добилась многих успехов, и я считаю, я весьма заслуженно победила. После церемонии открытия участников выставки, а также их родителей, порадовал гитарный ансамбль «Фантазия». Мальчишки и девчонки удивили всех виртуозным исполнением классики на акустических гитарах. Некоторые из ребят, как, например, Аня Прожерина, использовали при создании работ светодиоды и подсветку, чтобы привлечь внимание искушенных ценителей прекрасного. Девушка отметила, что и в дальнейшем планирует связать свою жизнь с изобразительным искусством. Я бы хотела стать дизайнером. Все работы молодых дарований будут демонстрировать в залах Приморского драматического театра молодежи до самого Нового года. Евгений Черемухин, Никита Денисов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.